Срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов продлен, так как 1 марта выходной день, заявления будут принимать по 2 марта включительно. Также известны основные и резервные сроки сдачи экзаменов. Ребятам в этом году, девятиклассникам, придется сдавать экзамены с 22 мая начиная по 30 июня. Основной срок сдачи с 22 мая по 9 июня. Обязательные предметы: русский язык ребята будут сдавать 2 июня и математику 9. И в эти же сроки они должны уложиться и сдать еще предметы по выбору. Всего 4 предмета сдают девятиклассники, 2 они выбирают и 2 обязательных. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в основные сроки, или для тех ребят, которым будет положена пересдача каких-то предметов в связи с получением неудовлетворительного результата, предусмотрены резервные сроки. Резервные сроки сдачи начинаются с 20 июня по 30 июня. Для участия в ГИА выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9 классов должны сдать 2 обязательных предмета – русский язык и математику, и 2 предмета по выбору.